Хай, чек, с вами Голубчик. И сегодня у нас будет критика на Милку Фокс. Давайте же сразу начнем с оценки вида канала. На самом деле даже очень неплохо, так как аватарка более-менее сочетается с шапкой канала. Ну, как по-моему, шапку канала можно было бы чуть-чуть приглушить и для самого названия сделать хотя бы маленький контур черный. Так как сами буквы немножечко не видны. Но это ничего такого. А аватарка, по моему мнению, очень хорошая. Почему у всех людей, которых я критикую, такие хорошие аватарки, я не могу нарисовать нормальную? Продолжаем. Что же я думаю по поводу картинок для видео? Их нету. Тебе стоило бы скачать студию YouTube, так как там можно ставить картинки для видео. Ну ладно, давайте же посмотрим видео на ее канале. Сериал «Как ты мог мне изменить?» Первая часть. Погнали. Ладно, зайчик, я поехал на работу, не скачай. Хорошо, пока. Я не могу скачать. Чмоки-чмоки, дачи тебе. Вот, блин, он опять уехал. Я осталась наедине со своими мыслями. Это твой стиль, но придираться к анатомии не буду, но единственное. Но что с волосами не так? Они просвечивают голову. Может быть, это опять же стиль, но все-таки это выглядит очень странно. Как будто рисунок не доделан. Скучно. Что тут поделать? О, придумала. Пойду погуляю. На улице. Как же тут... Я очень надеюсь, что это совпадение. Ну, или что-то типа пасхалки. Сила. На самом деле можно было обойтись и без этого перехода, ну или хотя бы сделать его быстрее. Флипоклип с его покраской. Я тоже не умею рисовать слезы. Продолжение следует. Извините, что серия получилась такой короткой. Не знаю, как вам, но мне понравилось. Давайте же посмотрим еще одно видео и, думаю, на этом закончим. Вот такое вот коротенькое видео. Что могу сказать по поводу этого? Контур одних деталей залезает на контур других деталей, и это выглядит грязно. А так, для флипоклипа анимация очень даже неплохая. А если вы досмотрели это видео, то обязательно в комментариях напишите, нравятся ли вам мои новые волосы или не нравятся. У моей Оски волосы покрасятся, а у моего главного персонажа мультфильма нет. Ну, понятное дело. И да, если вам не нравится, то можете не волноваться, ведь мои волосы все-таки будут желтыми, так как мне и тот цвет очень нравится. Ну, всем пока!